Ах, бляха, муха. Дебил, сука, блядь, отъехали твою мать. Кто-то сидит. Да вот только что перед тобой как позвонил. Ох ты, нормально он зацепил. Прям передо мной авария, представляешь? Ты видела это? О, это что, человек, да? Вон на дороге. Метется, метется. О, придурок. Живой. Да, живой. Клуба «Локомотив» стал Василий Китнадзев. Об этом сообщила пресс-служба команды. Накануне о своем уходе с поста гендиректора объявил Илья Геркус. Китнадзев последние 5 лет член совета директоров команды. Сука, ну чё ты делаешь?
Чемодан, блин. Выполз, блин. Ой, мать! Ой, мама! Ёб в рот! О, уезжай! А нас зацепили тоже, да? Нет, нет. Ёбаный долб***. Урали, да, стоит? Пошел. Так бы это... Ой-ой-ой-ой! Тише сзади машина. Мудак так. Это только сегодня, да? Понятно. Да. Ух ты, ничего себе, только что на моих глазах авария была. Ну вот. Да, сейчас творится, да. А ты спроси у них, если они сегодня работают до, только до 7, спроси. Да, муди не вылез. Стукнул я его. Но. На. Стукнулись? Да. Не из-за тебя хоть? Да, сука, я в другой полосе был. Победы, причем еще не факт, что это будет. Вот эта идеологизация, которую ругали в советское время, она сейчас просто получила несколько другой знак. И это, мне кажется, главная проблема. Вот это надо осознать. Просто осознать. А как осознать? Анализируя, объективно анализируя реальные результаты.
много крутых песен можете найти в интернете. Пишется как М буква и О такая перечеркнутая. Датская певица. Ну, так это, чтобы искать в интернете. А и дальше музыка. Ну, что делаете? Да ладно. Все. Это концерт.